Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами научимся делать очень простую, вот такую яркую конфетку. Ее можно использовать, просто сделать детям для игры, например, кукол угощать. Ням-ням, ням-ням, таким веселым зверятам. Или просто сделать, например, украшение для волос. Давайте приступим. Для изготовления нам потребуется фоамиран разного цвета. Если вы будете делать одного, естественно, у вас будет одного цвета серединка конфетки. Поэтому это будет не так ярко и не так красиво смотреться, как двух цветов. Нужно брать цвета, желательно, чтобы они подходили. Я выбрала фиолетовый и ярко-оранжевый цвет. Затем нам нужно для нашей оберточки сделать хвостики. Вырезаем прямоугольничек, ножницы и термопистолет. Все, больше нам ничего не потребуется. Сейчас, дорогие друзья, я вам покажу, какие у меня размеры, чтобы вы, может быть, захотите такого же размера сделать конфетку. Смотрите, у меня идет примерно где-то 27 сантиметров. Ну, у меня они одинаковые. 27 сантиметров. Ширина сантиметр. Это идет у меня 3,2 где-то. И так 5,5. Но дело в том, что потом я и сделала большие, там придется обрезать. Поэтому, ну, сейчас все увидите. Давайте приступим. Для изготовления, значит, берем одну полосочку такую и одну полосочку такую. Ярко-оранжевый мы будем делать посередине. Сначала нам нужно, конечно, их скрепить. Так, сейчас я уберу ненужный клей. Так. Наношу немножко клея. Чуть-чуть. И вторую полосочку прикладываем сюда. Закрепляем, лишний клей убираем. Если у вас есть секундный клей, можно его использовать. Он тоже очень хорошо. Вообще с ним работать очень хорошо. У меня в данный момент его нету. Теперь начинаем скручивать. Это я обрезала, но потом все равно его нужно будет кусочек обрезать этот. Фиолетовый я буду делать наружу цвет. Буду его так заправлять. Наношу также чуть-чуть клея и нашу заготовочку таким образом закрепляем, прижимаем, закрепляем, лишний клей убираем. Ну что, тут клей не страшно, его не будет видно потом. Все, начинаю наносить так аккуратненько, по чуть-чуть, стараюсь выдавливать клей. Так, продолжаем наносить клей и аккуратненько, не видно, закручиваем. Можно маленько вообще прокрутить вот так, даже без клея, ничего страшного не будет, не произойдет. Наносим опять чуть-чуть клея. И склеиваем. Наносим здесь клея. И приклеиваем. Следите, чтобы край был ровный. Весь процесс полностью изготовления у вас край должен быть ровненький. Кусочек отвалился, что-то у нас там. Так. Видно, там не видно, снимается на камере. Это вообще очень легкий способ, допустим, наделать вот таких конфеток разных ребятишкам для игры. Я делала пироженку тоже, у меня ребенку очень понравилось. Она там кормит свои игрушки. Можно на чпоки их приклеить и
Они не очень большие. Можно сделать большие конфетки разные. Вот таким образом приклеиваем полосочки. Еще раз напомню про край. Край, видите, этот у нас немножко край не такой ровный. Даже если вы никогда не пробовали заниматься фоамираном, то этот очень настолько простой мастер-класс, что у вас не возникнет никаких трудностей с ним. Можно полосочки сразу приклеить вместе две, если вам так удобно. Мне удобно делать так. Здесь уже смотрите сами на ваше усмотрение. Если вы много промотаете, я пробовала, делала бабочку и не часто промазывала. А она потом вот в этих местах рассыпается. Нажимаешь, и она в заготовке выходит. Поэтому, ну, не надо прям совсем, конечно, часто прям всю ее мазать. Ну, допустим, через сантиметр нужно промазывать. Так надежнее у вас получится заготовочка. Не знаю, дорогие мои, видно вам, не видно. Мне, к сожалению, сейчас не посмотреть. Так. У нас такая погода испортилась на улице. Дождик. Холодно, пасмурно. Видео, может быть, тоже на видео показано пасмурно. Почему-то они получились маленькие. Так. Я по размерам их не мерила, вот эту, так на глаз примерно отрезала, потому что я не делаю для украшения, я их просто делаю ребенку для игры. Ну вот, в общем-то, и все. Если вы хотите сделать одинакового размера, поэтому вам нужно будет полосочки измерять и делать вот это 27 сантиметров, было вот делать 27 сантиметров. Носим сюда клей. И приклеиваем. Все. Основание у нас готово. Похоже. Теперь, смотрите, здесь вот это вот все обрезаем ненужное. Равняем. Ну, я говорю еще раз, можно не равнять ребятишкам. Она и так красивая получилась конфетка. Пока сидела, думаю, можно вообще на ободок сделать разные всякие конфетки, так налепить их, тоже будет очень красиво и оригинально смотреться. Такого еще нигде я не видела. Сторону прилипла. Так, все готово. Теперь сделаем хвостики. Напополам отрезаем. Теперь смотрите, что я делаю. Промазываю посерединке и таким образом прижимаю. Сразу сделаю со второй то же самое. Не до конца только. Не бежит. Так, вот так. Загибаем посерединке и прижимаем.
Теперь так и сюда делаем. Вот так. Здесь много сделаю. Если здесь, видите, здесь когда не прижимается, оно как бы будет смотреться, видите, вот так. А если прижмется, оно будет вот так ровно будет смотреться, не так красиво. Так, все, теперь здесь наносим клей и приклеим один край, наносим клей, приклеиваем второй край. Так. Так. Наносим один край, приклеиваем. И наносим второй край, приклеиваем. Ну вот как-то так. Так, теперь нам нужно их закруглить. Переберу на эту сторону и закруглю. Так, одну сторону. И вторую сторону. Готово. Здесь получились большие ножки, поэтому мы примерно вот так их обрезаем. Подклеим сейчас. Еще даже большая. Ну-ка, здесь какой размер? Да, вот прям где-то вот так надо. Еще отпала сейчас. Надо было сразу померить размер. Ну, вот примерно вот так. Так. Меряем размер сразу и обрезаем. Одинаковый получится. Нет, еще надо обрезать чуть-чуть. Так, все. Готово. Теперь готово. Хвостики готовы. Приклеиваем их к нашей конфетке. Наносим клей. Что-то отсоединилось. Наносим клей и приклеиваем вот так. Наносим сюда клей и приклеиваем. Вот такая яркая конфетка у нас получилась. Думаю, что ваши дети будут в восторге от такого подарка, от такой вкусной яркой конфетки. Настена, ну-ка иди сюда. Нравятся конфетки? Забирай. Всем пока-пока и до новых встреч.